Всем привет, друзья! Только прошу вас не смеяться надо мной. Такова жизнь. Впервые в жизни буду сейчас пробовать сыр моцарелла. Что-то вот знаете, сколько я смотрела кулинарных видео, да? Настоящих поваров, не каких-то там таких типа меня, а настоящих. Он был совсем другого, этот сыр. Ну вот, вида. Я уже открыла. Вот такая упаковочка. Это не реклама. Сейчас зайду на сайт, посмотрю. Моцарелла, ну, скажите, она бывает, наверное, быстрого такого, короткого срока приготовления? Даты готовности, короткого срока годности. Здесь я посмотрела, никаких этих, ну, хороший состав, вот, никаких этих нету вредностей. Вот, впервые в жизни я буду пробовать этот сыр. У него долгий срок годности, в декабре сделан, до марта. Я купила просто самый дешевый. Он стоит 180 рублей. 200 грамм. Это дешевый или дорогой? Скажите мне. Так. Да хлебушек просто прилип. Тут отыскалось. Сейчас я попробую так кусочек отрежу. Да? Господи, это что-то как резина. Мне почему-то представлялся он такой нежный, как творожный. Все, я пробую, друзья. Так это не творожный сыр. Это обычный сыр, даже сулугуни более творожные и брынза. А это обычный сыр, только белый. Есть ощущение, что вот именно вот этот сыр с какими-то добавками. Ну, я имею в виду, его не сварили и положили отлеживаться. А моцарелла, это же тузлучный сыр, да? Но вот здесь вот ничего нету. Ну, что хочу сказать. Он так похож на десертный. Угу. По вкусу. Соли в нем практически нет. Ну, кто ел, наверное, знает. Ну, когда жуешь, он как резина, жвачка как будто. Я тут второй день, кстати, занимаюсь дао. Практика дао, вот это внутренний смех, у меня пробирает иногда теперь. Кому интересно, смотрите на Яндекс.Дзене. Вот, интересная практика такая, классная вообще. Внутренний смех, это вообще просто умора. Ну что, вот говорю, жвачный какой-то сыр. Собаке не буду давать, боюсь. Обычно такой хороший сыр, качественный, я даю дружку, а тут... Ну вот без хлеба, что с хлебом-то есть? И вот смешно даже как-то. Написано бутербродное. Не знаю. Ну, наверное, в салате вот так кусочками, если порезать, он, видите, ломается кусочком. Друг, тебе нельзя это. Он даже тянется, как жвачка. Ну, десертный сыр. Ну, не знаю, конечно, будет у меня, надеюсь, будет у меня так, будет у меня возможность купить хороший, дорогой, настоящий моцарелла и сравнить. Но это не сырный продукт, я вам серьезно говорю. Там хороший такой состав. Вот. Спасибо за внимание, но с хлебом это есть нельзя. Если только немножко посолить или с соленым огурцом, это будет вкусно. Угу. Всем хорошего, доброго дня. Благодати, радости и бытия. Любите мир, друзья. И он обязательно ответит вам взаимностью. Всем самого доброго. Чао, какао. Пока-пока. Да будет смех. Дао.